зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня будем продолжать дальше сборку и покраску Пантеры D от фирмы Звезда. И в сегодняшней части я покажу вам, как я крашу катки на танках. Как мы знаем, у немецких танков всегда много катков. И порой их очень трудно красить. Даже не сколько трудно, сколько долго. Вот. Я использую вот такие вещи для покраски бандажей на катках. Беру монетки, обклеиваю их патификсом или блютаком, кому как, у кого что доступно, есть в магазинах. Вот так вот беру с одной стороны, с другой стороны наклеиваю, прижимаю, и все, краска никуда не попадет. А для более вот как такой каточек, глубокий, использую вот такую вот монетку. Вот. Просто патификс. Делаю накладочку. Вдавливаю. Смотрю, чтобы не было щели. Чтобы краска туда не попала. Ну и вот. Получились вот такие вот трафаретики. Тут не страшно на пантерах, если залепится вот этот вот контур, потому что он все равно будет натираться металликом, так как катки между собой трутся в пантерах. Внутренние катки, они всегда натираются до блеска. Начинаем красить. Посмотрим, как будет получаться. Первые каточки. Ну вот как я и говорил, бандажи закрашены. Если этот кантик закрашивается, это не страшно, так как он будет натираться серебро, сталью. Вот. А здесь вот как раз по контуру получился бандаж. Одеваю теперь на пальчики и продолжаю красить дальше. Не переключайтесь.
катки. Где-то времени у меня ушло минут 50 на все. Ну вот, можете посмотреть, как получились с моими трафаретиками. Вот такие вот катушки. Катушки каткина. Ну что, теперь будем их натирать пигментами. Натирать пигментами траки и одевать это все на танк. Но прежде я тоже сделаю фильтр на танке. Вот можете посмотреть, камуфляж уже подсох, точнее даже высох. Камуфляж на танке. Вот. Какой он получился. Вот я теперь думаю, каким фильтром пройтись. Но я склонен к желтому фильтру. И, может, немножко в желтый добавлю коричневого. Вот. И пройду. Чтобы эти линии были более такие размытые. Более красивые будут. Вот такая вот получается пантерка. Одену на нее катки, траки, сделаю фильтры, начну лакировать, а потом будем наносить декали. Декали еще тоже думаю, какие нанести. Ну вот такой вот получился камуфляжик. Продолжаем дальше, друзья. Смотрите следующие мои части. Будем делать траки, катки. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Советуйте, задавайте вопросы, если кого-либо что-то интересует. Ну, приятного просмотра. Всех благ вам и вашим близким.